Ну, есть. Вот такой саппорт пойдет. Да, пойдет. Ладно. Никса пикай. Вот, два центра, ура. Да если б мне нудисы бы свали, блядь. Оттуда, блядь, вы что, ребят, какие нудисы? Видишь, девочка шарит. Нудисы свои. Мне так, знаете, корку хлеба бросят, и я уже доволен. Ура, прошмандовки Украины. И это я, да. Стоп. Ты думаешь, я тебе куплю хоть одну сальву на линию? Ты мне купишь хоть 10 сам. Неправда. Посмотрим. Я больше скажу, я не... Ладно, не важно, все, не буду ничего говорить. Я просто молчу, я просто сяпик 25 уровня. Вот, ребят, нудис вот с таким звуком. Ладно, я короче, захостил, она меня троллит. Ладно, все, в пизду. Этих женщин вообще, особи женского пола хостили, это все дороже, все в пизду. Вообще, фу. Ты где стоишь? Не, все, мут. Да все. Ты чё? Все, мут. Сидит такая довольная. А мой мальчик на интернешнл едет. Ту-ту-ту-ту-ту. Так вот. Ладно, пропускаешь одного крипа, мут. Да за что ты так душишь? Как? В узде тебя держать надо. В какой узде, блядь? Это чё, лошадь, что ли? Или корова, блядь? Живая, да. Угу. А почему мы триплой стоим и душим бедную ВР-ку сольную? Потому что у них лесной акс? Блин, мне уже нравится ЛП, слушай, я прям готов. Если ты запушишь линию, то тоже мод. Давай, чё она умерла? Просто змейку дать. Хуй. Ну, бля, ну как обычно, в принципе. Мне нравится уже. Мне кажется, он реально сейчас линит на ВР-ке. У него, по-моему, на экспы типа 20, наверное. А я купил сальву зачем-то. Shit happens, cuz. Fairyfire. А ему все равно, ладно. Все для тебя, держи. Еще и на чипсы тебе. Я не ем чипсы. На манго сушеные. На кабачки. О, на да, кабачки. Именно, да, на манго сушеные. Что-то так сложно стать против крипов? У тебя должно быть 82 на 10, если их не будет, то, ну, мут. Серьезно? Да. 82? Это типа ни одного крипа с пачки не пропущу? Это столько, да? Да. Стики ферики там. Алло! Ну я уже, в принципе, ну, вы лучше бы стакали, чем я гоняли, если честно. Ну, я понимаю, я-то при чем? Я никс, господи, я никуда нигде не с линии. Ты мне должна ее оставить и уйти в лес. Постакайте тройку, пожалуйста. О, все, сейчас на кухню пора, вот это вот сейчас будет. Там шторм с Мидасом убивает мапу. Забаним. Можно шторма убить. А с хастой, ладно, не убьем. Я не убью. Подойду на ВР-ку. Мне придется туда идти. Ладно, на самом деле такой себе. Мы готов пиздать. Че, может быть, я пару шот закарпассирую? Че, он меня увидел на апсе-центре, что ли, че? Микс. Ты её убиваешь. Сэф, не фарми, пожалуйста, тройку. Я просто хочу фармить линию и топ. Ой, если тройку, то есть линию.
У меня еще лесной акс, который вроде как все качает. Я его ни разу за игру не увидел. Тук-тук. Привет. Ганг произошел. Ладно, наконец-то он умер хотя бы. Охуенная игра. СФ нажал Ю, а маны на ульт не хватило. А ты что тут делала? Даже герой нереально слабый до того, пока ты не замаксишь все свои кнопки. Ну, у тебя не будет двух швадок хотя бы. Скриптованный бот. А? Скриптованный бот, потому что. Понял. Ну, я мертв был. Просто я не знаю, как в команде с Медузой можно ни разу не стакнуть лес. Ну, за 10 минут ни разу. Ну, это какая кому, разница, кому... пятерка Никс, не пятерка Никс. Ну, я... Ну, вот я. Понятно, понятно. Ну, просто у меня бы уже было дохуя. Виноват. Что поделать? Ну, какого хуя он это делает? Что они делают вообще? Что происходит? Я вообще понять не могу. Боже мой. Как сложно потеть с бомжами в этом. В ЛП. Пиздец. Я вообще ни одного слова не должен. Там Верка что-то будет делает. Да, именно потому что я девочка, о чем никто не знал с самого начала, была тепла в боте, именно поэтому. Молодец. Ты очень хорошо разбираешься в боте. Не, ну а чё, блядь? Любая кто-то. Ой, я его ёбну, я его закрапассирую. Давай. Ладно, выходим, выходим, копы. Ой, СФ кастует. Внимание, инвалиды, так сказать. Берегитесь. Пошел нахуй на СФ. Да, вот в триплу встали, блин. Специально, со старта, чтобы... Ну, хотя бы хоть какой-то... О, здесь вард какой-то есть. В какой-то игре, ну, хоть в одной игре Юли пофармила. Вот, ну, вот специально встали. Под, ну, вот... Ну, по-другому, ну, никак. Правильно ведь? Я без щита стояла. Ну, Куман, хорош, красава. Да, спасибо. Честно говоря, я не понимаю, почему я так мало крипованный торс. Я вроде как бы всю игру фармила, вроде два раза сдохла, блядь, и все, пиздец. Ну, потому что ты не в той части фармишь. Что-то не так делаю, вообще не понимаю, что. Ты можешь манту по линии пускать, а сама тебе забить. Да ладно. Ну, вот видишь. Просто обычно у меня дохуя на медузе, когда мне стакают, а тут вообще на ноль стаков. Я хз, это из-за этого или это я просто как-то... Ладно, я сейчас включу войс и буду очень агрессивным, если мы не выиграем эту игру ЛП. Черви могильные, хватит обижать девочек. Мы уже кнопки нажмем, как люди. Хоть один ебаный раз. Шторм-то по вот...
Ладно, я все равно куплю аганим, мы выиграем, но игра нереально триггерит. Тупые спермобаки тебе хоть игру, хоть одну выиграют? Или тебе самой приходится все сделать? Да я вообще нихуя не делаю, не знаю, я не могу нафармить крипов просто. Не знаю, надо реплей посмотреть, что я 100% увижу, что они так делаю. Может. Ну хз. 200 маны у него, Аегис. Помочь будете мне чуть-чуть? Шторм 600 маны. Все, я отказываюсь играть ЛП. Чё ты так рано сдаешься? Ты чё совсем? Да у меня нога просто болит. Не боли нога, все. Спасибо. Чё вот он делает, Накс? Что это? Ну как он может существовать вообще? Ну вот он не существует. Все, его... А, уже реально где ты его видишь? Йонт слабый, ЛП не выдержал. Да, Надь. Да я 6 часов искал на мэне 2 года назад или год назад ЛП. 2 года назад. Чтобы я играл в ЛП, это вообще кем надо быть, блин. Да, в ВП сидят одни умалишенные. Ну, депса. Под медузу желательно. Чтобы шторм прыгнул, поймал карапас и сдох нахуй. Или ультисефа и сдох. Яйцо, луч. Ух ты, ребят. Надо отойти, я считаю. Да куда отходить? Не, не отходить, ладно, извини. Да. Ну вообще, да, не буду отойти. Да чё ты выкупаешься постоянно? Впаду играть. Я в ахуе. Да мне впаду в ЛП сидеть, пиздец вообще, просто... А нахуя выкупаться, чтобы дальше ещё в ЛП сидеть или что? Да. Подойди, нажми кнопочку под названием «Ультимативная способность». У сделать... меня в КД была! Ну все, мут тогда. У меня в КД была ульта. А у СФа где она? Вот, вот. Типа, я надеюсь, что люди здесь могут нажимать кнопки, они нажимают, что... Даль байбека, я спокойно. Хватит выкупаться, ты же не выйдешь из ЛП, если так будешь делать. Так это не мой аккаунт, я в него даже не попаду! О, зачем я возьму новый. Да я next возьму, все. Если я проебу, я пойду next аккаунт возьму. Ладно, я просто постараюсь. Так, а я что, не стараюсь, что ли? Да, Четыре героя станет. Ладно, все, я мув нажал, все. Игра, я мут нажал. Он мув. Это мут или мув? Не то и другое. Хорошо. Качаемся. Все, найс. У него что-то не, кстати. Ну, у меня скатил. Найс. Отлично. Тильт. Да ну ты чё, как у тебя может быть тильт со мной в пати, ты чё? Справедливо. Нет, ну, конечно, нудисы могут что-то исправить. Да, конечно, да, нудисы, да. Тут, кстати, это, с блинком вот это был. Ты думаешь, как Мипошка стал таким легендарным игроком в Dota 2? Спроси у Дианы, она все знает. Все, выйди с топа. Надо бот помочь. У меня ТПшки нет, к сожалению. Койл. Вот, видишь, доводим. Оставьте пачку, огоним бы. Нажимаю на пачку, чтобы ты понимал, кликаю. Оставьте пачку, за секунд 5 говорю. Чел дает один фаршторм, такой сразу 2 кайла. Я бы цветочки бы оставил на
Могилки. Тише, тише, тише. Могилки, могилки одной там. Красивые такие цветочки, блин. Ну дай боту. Ну почему он не может дать боту просто? Вот так трудно. А почему ты байбекаешься? А зачем? А зачем? А вот. Для чего? ГГ. Без мана, Гера. Ладно, вокруг меня надо драться. Он тебя никогда в жизни не убьет. 900 маны. Ко мне, ко мне. Короче, вокруг меня делитесь. Так, они уйдут. Он сейчас на Рону пойдет. Скорее всего, на бот, на баунти. Через 5 секунд финдета можем поймать все. Стой просто. Может бэкнуться, нет? Можем убить Гера. Видимо, не две. Выходи. Сутанек надо. Опять ты любительница аганимов? Да, аганим против шторма охуенный. Это такое. И не только, здесь много таких направленных скиллов противных. Так, а при чем это аганим направленные скиллы? Ну, и с шардом стакается, я имею в виду. Потому что... Ладно. Борошана. Давай, ёбну и сяду отдыхать. Это иллюзия. Вокруг меня, не уходи далеко. Вот Акс. Акса убить сперва. Они что, реально меня хотят убить? Я не дать. Я все время в стане стою в каком-то, я не понимаю. What the fuck? Сеф раскастовал. Раскастуваты. Высмактовывает. Давай, ломай тайвер, я сяду дальше. О. Ну вот, ты чем не прекрасен Аганима, скажи мне? Охуенно же. Жесть, ну... Ладно. О, хорош на Аксе. Ебут. Ба, если еще. Окончу. Я бегу. Тебе надо будет к баракам отойти, которые у них стоят еще. Ты его не убьешь, он сатаником еще, скорее всего. Выходи к баракам, тебе сейчас шторм на фулмана прыгнет. Шторм без маны, вообще ноль. Шторма? Мне помощь нужна срочно. ВР, да. Чё, убью? Не убью. Я ему все пиздану. Ну, КБ надо. Тебя единственное, кто бывает, это ВР. Да. Мне как шторм вообще что-то можешь делать, им три мана берна хватит, да? Ну, он уже возле базы дерется. Пошел, похилился. Пошел. Да-да. Акс бежит, колледж. Нахуя? Он с БКБ.
блин. Без байона, если... Нажми на него холи локер. Все, повезло. Сейчас бы, кстати, могли проебать. Какая интересная ручка. Наоборот. Очень интересная ручка. Помочь надо. Я умер без боя. Байбекси на Феникс помоги. Аккуратно просто все. Убейте с гемом ее. Аль... Феникс АФК. Гем забрать надо. Я топлюсь. Торм без БКБ. Гем, дай. А, забрали. Сейчас я заколю такс. Хорошо, нужен. Ладно, курочку затащу пока. Дади пешком на бот на эсэфе. Я выжег ему, у него мало маны. На фул ману еще полетит на шторме. Байнулся. Добивай, добивай, забирай все. Я убью его. Рапира лежит, Юль. Рапира. Ладно, я забрал. Не... Я бегу за рапирой. Вот рапира, рапира. Бля, куда? Да в Драгонмэнс выбросил. Я возьму твой ПТ пока. Добей один тайр еще. Ак, сейчас будет колить все. Похуй. Это вообще похуй. Бей, стой. The enemy's middle tower has fallen. Dire structures be fortified. Сейчас будет шейкить, наверное. Да ладно, мы выиграли. Ох. Знаешь, нормальная игра. Соло гирокоптер, убьешь все сатолы. Хорош, хорош, хорошо сыграл. Ладно, мут. Чего? Да чё такое, я сказал, я серьезно, ну хорошо сыграл, реально. Ну реально. Мут. Ты... Да я ем просто, все, все. Ладно. Чё мне... Госу АИ, спасибо.